Добрый вечер, дорогие друзья. Мы находимся в Америке, и сейчас я вам показываю постирочную комнату, где находятся две большие машины, которые стиральная машина и машина-сушка. Здесь очень большая машина, большой емкости. До скольки килограмм здесь примерно? Я не знаю в килограммах. Мы брали, сейчас в прошлом году мы брали эту стиралку, это была самая большая вместительность стиралки и сушки. Покажи изнутри. Ну, как бы сложно понять, но туда можно загружать на дальше футбольную семью. Ну, вот я сейчас загружу вот эти все зашитые одеяла. Теплые покрывала различные, одеялка. И как бы... Так. Ну, огромная машина. Получается, включается здесь. Здесь залили уже, да? Заливается. Здесь несколько отсеков. Покажи сверху. Это для жидкого мыла. Потом, если замачиваешь, то вот сюда заливаешь. Эта штука вытаскивается, если сухой порошок, чтобы она не загрязнялась. Ну, сухой порошок просто туда вкладывается. А сюда, есть вот эти размягчители, как они называются, softener. Туда заливается. Отбеливающее туда заливается. В общем, мы сейчас заливаем специальное мыло. А, также сейчас вот с пометкой HE все мыло. И сюда только, получается, заливаются такие, с такой пометкой мыло. Другие не используются, стиральный порошок. Ну, мы используем вот этот большую, берем махину и используем вот буквально... До указателя. Можно больше, можно меньше. Закрываем. Здесь мы выбираем. Ну, я обычно выбираю быструю стирку, выбираю прохладную воду. И также можно выбрать... Ну, здесь есть разные функции. То есть, и можно для полотенцев, для всего. Есть деликатная стирка, есть для тяжелых вещей, отбеливающая. То есть, если все белое ложишь, оно там парит. Я не знаю, очень высокая температура. Также можно от аллергенов. Раз в месяц хотя бы советуют делать мойку машины. То есть включаешь, и она сама моется. Ну, в общем, мы сейчас делаем быструю стирку. Я выставляю функции, какие надо там. Ну, я думаю, что не обязательно знать, какие функции. Вот. Ну вот, начинается стирка, и через 20 минут она заканчивается. После того, как она заканчивается... есть еще также, я не знаю, у кого дети, есть специальный детский порошок без запаха, без всего, и опять же с пометкой. Есть такая штука у нас, которая для детей, если дети там плюют, что-то еда, брызгаешь, ощущение. Это на пятна наносишь. Просто, как чтобы... Да. Угу. Ну, в общем, вот сушка. Сушка... вещь не такая малоизвестная, но в Украине, допустим. Так, вот сушка. Сушка, огромная вместительность идет. Сюда забрасываешь мокрое белье, и тут происходит вот такой большой-большой барабан. Весь процесс. Здесь накапливается после сушки такой, я не знаю, как его назвать, на английском он называется lint. Ну вот, его надо вычищать. Его берешь, вот так вычищаешь, и мусорник выбрасываешь. В общем, надо просто следить, чтобы пожара не было. Если слишком долго накапливается, то может произойти пожар. Ну, опять же, есть разные... можно выбирать все, что угодно. Я чаще всего делаю, опять же, быструю сушку, которая в 25 минут. То есть стирка и сушка занимает, в общем, где-то 40 минут. 45-50, то есть это как ты хочешь. И то есть, если что-то вдруг испачкалось, можно быстро постирать, и в течение часа уже оно будет доступно. Но уже здесь уже ничего не добавляется. Также здесь добавляется вода. То есть, если вот, допустим, мой муж, у него рубахи, если они помятые, он заливает воду, и паром оно разглаживает. То есть заливается вода чистая. И включаешь то же самое. Есть санитария, то есть более высокие температуры, и есть там для полотенца коттон, ясно, что нормальная сушка, там джамбо, деликатная, и, ну, в общем, разные, опять же, есть такие. Можно просто, чтобы воздухом обдувало. Ну, есть вещи, которые могут осесть,
Вот, поэтому усадки вещей не было. Да, выбираешь. Можно выбирать также температуру тут. Ну, есть вот эти разные опции, но можно вот на этой стороне можно выбирать, выставлять. Допустим, сейчас поставлю быструю сушку. Тут можно выбрать температуру, высокая, низкая и так далее. И, ну, здесь полно всяких опций. Ну, очень хорошая сушильная машина. Самое главное, что она большая. Что вот, ну, это где-то метр сорок высотой, 45. Нет, но мы купили специально вот этот пьедестал, куда можно загружать разные штуки. И машинка стоит на пьедестале. То есть она, настоящий рост, это вот такой. Отсюда и до сюда. А можно взять пьедестал, ну, это тоже метровая где-то высота, настоящая машина. А, забыла сказать. Вот эта штука, она вкладывается в сушку. Если вы постирали там, допустим, обувь, она вставляется вовнутрь. Да-да-да. Устанавливается здесь. И когда оно крутится, ботинки не летают, а просто сидят в одном. Ты что показываешь? Да. И оно сидит на одном месте. То есть обувь ставится сюда и сушится. Или то, что не хочется, чтобы оно там летало. Понятно. Ну, в основном обувь застираешь. Ну, в общем, я не видела никогда на Украине сушек. Обычно это проходит на балконе или на какой-нибудь сушилке, вот как вот это. На улице сушек были. Вот. Ну, вот, или в общем, вот таких. Но здесь в крайнем случае. Но эту штуку мы взяли, когда у нас, ну, я не помню, мне не нравятся джинсы. Я стираю джинсы и не досушиваю, чтобы они не оседали. Да. Поэтому я использую эту штуку. Ну, это такая сушка продается. А так, в основном, все используют сушки, и такой вещи нету. Для гостей, которые приезжают. В общем, вот такая называется прачечная комната. Это отлично. В каждом доме здесь у каждого человека есть даже вот съемные маленькие квартирки. Даже на съемных квартирах обязательно есть. Везде у всех есть сушки. Это необходимый предмет быта. Даже у самых бедных людей. Да, это очень необходимый предмет быта. Ну вот мы ждем, когда это ведь очень-очень трудоемкая работа, постирать такие одеяла. И машина очень большая здесь. Штук 7, наверное, одеял. Большого размера. Ну, сейчас мы дождемся запланированное время. Еще у нас осталось 18 минут. Мы не будем ждать, потому что после этого мы уже заложим это в сушилку. Ну, это очень интересно, дорогие друзья. Мне это нравится. До встречи. Подписывайтесь на мой канал youtube.com. Ставьте лайки. До встречи, дорогие друзья.